Комиссия будет контролировать оплату за потребленные энергоресурсы, следить за погашением задолженности потребителя, а также финансовым состоянием предприятий электросетевого комплекса. В состав рабочей группы войдут представители исполнительной и законодательной власти, правоохранители, электросетевые и энергобытовые компании края. Кубань станет первым регионом в России, где появится подобная структура. Пора уже жестко, я считаю, ставить вопрос о злостных неплательщиках. Есть такие, которые не платят годами, причем как жители, так и организации. По каждому конкретному случаю нужно разбираться детально и дойти до каждого дома, до каждого предприятия. Напомню, что в декабре прошлого года Александр Ткачев провел совещание, на котором обсуждали, как регион подготовился к отопительному сезону. Тогда же подняли проблему накопления долгов за коммунальные услуги. Глава региона поручил улучшить платежную дисциплину в крае, а также создать специальную межведомственную структуру, которая позволила бы детально разбираться в каждом случае неуплаты.